Здравствуйте, с вами Android Androidage. Сегодня хотел рассказать о новинке. Игра называется Dead Links. Данная игра абсолютно бесплатна. Скачали ее уже более 1000 раз, а средняя оценка 4.4. В данной игре вы будете управлять различными зомбами, чтобы собирать различные мозги. Зомби будут вам разных видов, вы сможете выбирать. Вот, давайте посмотрим, что из себя игра представляет. Я вам объясню, как в нее играть. Также вам будет доступно более 100 захватывающих уровней, 4 различных типа симпатичных зомби, 2 режима игры, стратегия, аркада, 4 различных мира. Очень крутая музыка и звуки. Также очень большим плюсом я считаю, что игра полностью на русском языке, различные подсказки возникают и все остальное. Вот тут нам показывают в первом уровне, показывают, как в данную игру играть. А для того, чтобы нам с нашим зомби управлять, прыгать, да, он у нас постоянно будет сам двигаться вперед, нам просто надо тапнуть на экран. Давайте. Изначально мы вот из этого металлического сооружения, там у нас будут все зомби находиться, мы тапаем, нажимаем, у нас сейчас доступно всего 4 зомби. Этих зомби мы сможем покупать, если мы какой-нибудь зомби за пульс нажимаем. На стрелочке, и вот наш зомби выбегает. Мы собираем вот эти мозги и тапаем. Наш зомби вот таким образом проходит уровень. Вот мы его прошли. Вот с помощью этих скелетов мы сможем покупать зомби, если они у нас погибнут. Давайте дальше посмотрим. Очень прикольно сделано, честно скажу. Вначале я сомневался в данной игре, увидев скриншоты. Ну, поиграв, понял, что она прикольная. Тут придется вам, ну, не просто там вот прыгать, бегать, что-то придумать, какие-то стратегические какие-то маневры. Вот, допустим, сейчас в этом уровне нам нужно будет и с правой стороны, и с левой стороны мозги собрать. Но дело в том, что только с одной стороны, как бы, конец уровня. То есть нам надо осмотреться и выбрать сначала направление вправо, потом влево. Сейчас я вам это покажу. Всякие, видите, по-русски всякие шуточки, анекдотики разработчики придумали. Также вот там объясняет, что мы сможем ускорить в аркадном режиме. Так, приостановить игру и также менять. Вот, допустим, здесь нам для того, чтобы собрать все мозги, вначале надо на правую сторону, а потом налево. Нам надо рассмотреть, где у нас конец уровня. Вот у нас в этой стороне, поэтому нам нужно вначале идти направо. Нажимаем. Нажимаем. Так, давайте, наш зомби идет. Ни в коем случае не смотрите, не запаривайтесь, потому что это усложнит вам игру, и вам придется переигрывать по несколько раз. Вот мы прошли. Одну часть мы собрали 5 мозгов. Окей, теперь продолжаем дальше. Теперь мы бежим в левую сторону. Прыгаем, прыгаем. Очень красиво сделана анимация, нарисована, прям симпатично все сделано. Реально крутая игра, тем более она бесплатная абсолютно. Единственное, что огорчает, что маленькая загрузка между уровнями достаточно длинные, но это, мне кажется, компенсируется хорошим сюжетом, хорошим игровым процессом, прикольными персонажами, музыкой и всем остальным. Поэтому советую обязательно вам данную игру скачать. А дальше давайте третий уровень. Сейчас я вам покажу другой вид зомби. Эти зомби позволяют цепляться за стены и ползать под ним. Сейчас вы увидите, что из себя они представляют. И у этого вид зомби называют мешок с костями. Прикольное название. Так, пока у нас грузится. Вот нам объясняет, что это... Ну, тут, правда, называют ползун. Не понимаю, где правда. Для того, чтобы нам подпрыгнуть и зацепиться, нам просто надо тапнуть. Вот мы нажимаем. Сначала можем посмотреть уровень, сам уровень. Теперь нажимаем. Нажимаем. И наш ползун ползет. Мы тапаем, он у нас цепляется. Чтобы собрать все мозги, нам нужно, чтобы он, видите, вот полностью уровень все, так сказать, эти прошел. Так, нам осталось собрать еще один мозг. Прыгаем. Постепенно будет уровни усложняться. То есть вам достаточно тяжело будет проходить, но вы все-таки, мне кажется, сможете одолеть эту игру. Ну, также, если вам эта игра нравится, обязательно ее скачайте. Давайте еще последний уровень я пройду. Вот. Будут различные ловушки попадаться, как вы видите, всякие колючки, всякие. Ну, много смертоносных ловушек. Давайте четвертый уровень еще пройдем.
И думаю, закончу на этом обзор. Вот. Управление тоже очень удобно сделано. Я считаю, даже ничего париться не надо, просто тапайте на экран и все. Вот. Чем проще управление, да, в игре, тем как бы один из аспектов, позволяющий оценить игру, ну, на хорошо. Я что сам чушку сказал. Вот вам объясняют, что если даже у нас зомби умрет, мы сможем купить его за черепа. Черепа мы будем зарабатывать. Вот. Видите, уровни уже вот такие маленько усложняются. Давайте нашим ползуном. Вот можем цепляться за стены. Вперед, вперед, вперед. Собираем мозги. Также у нас, видите, показано время, за которое мы проходим данный уровень. Вот такая игрулька. Обязательно советую вам ее скачать, тем более она бесплатна. С вами был Android Android. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.